Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю снимать Unkilled. В прошлом видео мне говорили, почему без голоса, т.д. Вот, ребят, снимаю с голосом. Значит, я уже поменял тут другого персонажа, плюс к этому всему я поиграл в сюжетную линию и открыл несколько локаций на несколько игроков и операция «Перестрелка». Ребят, сюжет — это PvP режим, в котором мы просто воюем, собираем себе награды, собираем золото, оружие и зарабатываем ранги. Несколько игроков, здесь просто мы зарабатываем какой-то ранг, а операция «Перестрелка» я еще даже не играл. В любом случае, я разбираюсь, плюс мы здесь можем создавать собственных зомби, ребят. То есть, собственные города, или не города, или местность, я так понял, создаем этих ходоков, бегунов, и на нас могут нападать другие игроки, играющие онлайн. Ну, это все потом, в будущем, ребят, пока я буду снимать сюжетку, а дальше уже, если вам понравится эта игра, то я буду снимать уже и продолжение. То есть всякие другие локации, несколько игроков и перестрелки, и спецзадания. Короче, до хрена всего, ребят. Игра очень интересная. Ну, а теперь давайте непосредственно перейдем к сюжетке. Так, ребят, я, получается, стою на вот этой пушке и буду делать так, чтобы зомби не добрались до нашего солдафона. Единственный минус немножко в этой игре, это то, что здесь довольно-таки какие-то короткие уровни. Хотелось бы, чтобы они были как в Dead Trigger, немножко подлиннее. Да, ребят, я играл в Dead Trigger, я проходил, мне безумно нравилась эта игра, и я рад, что я нашел тот же самый Dead Trigger, только немножко улучшенный, новый и не заброшенный. Эта игра обновляется до сих пор. Так, есть, нет? Так. Ну, ребят, это я только начал. В будущем зомбаки здесь должны быть просто нереально мощными. Да и уровень здесь, по-моему, выполнить особо нельзя. Так, есть зомбаки. Ой, это наш чувак. Окей. Так, мы что-то подорвали. А, бочки. Бочки можно же подрывать. Так, давайте. Порубим мясо. Сделаем из этих падлой фарш. Так. Блин, да хрена их, конечно, здесь. Блин, да когда мы уже их всех перестреляем? Все, есть, перестреляли. Блин, мне сперва показалось, что это чувак с палочкой. Так, получается, уровень прошли, да? Так, бежим, бежим. Ух ты, тут кто-то у нас здоровый. Давай. Вали, вали его. Твою мать. Давайте, помогайте мне, падлы. Я что, не могу перепрыгнуть, как вы. Есть. Блин, в самом начале раунда вот такая дичь. Так, зомбак. Окей, завалили. Так, куда мне бежать? Получается, ребят, я, короче, буду бегать здесь, пока если они будут там прохлаждаться в безопасности. Очень мило. Ух ты, падла. Ты на кого руку поднял? Блять, опять эта тварь. А если я поменяю пушку? Так, вроде эта снайперка мощная, но, блин. Нет, давайте, наверное, поменяю на автомат. Все-таки он больше патронов будет выпускать. Нет, нет, не приближайся ко мне, падла. Фу, добили. Хорошо, окей. Блин, ты откуда взялся? Сколько мне вас завалить надо? Кстати, видели, как у него полетело именно с головы кровище? Окей, переходим дальше. Итак, ребят, мы должны провернуть какую-то зону с супермаркетом. Толком сам еще ничего не понял. Будем разбираться. Так, что?
Так, иду я вроде как правильно. Так, этого мы должны тоже рубануть, по идее. Когда быстро бегаем, ребят, здесь стрелять нельзя. Это не гуд. Есть жизнь. Правда, не знаю, зачем она мне. Тут всего лишь 5. Так, ты на кого там наезжаешь? Есть. Так, значит, мы должны двигаться, по идее, теперь куда-то сюда. Окей. Так, это наш чувак, да? Мы должны тебе чем-то помочь. Значит, ты тот самый экспервит думал... Короче, ладно, вы так быстро это все делаете. Давай, давай. Есть, рубанул, нет. Давай, давай, всех положим, всех положим. Падлы. Вот эти перезарядки, они немножко как-то долго идут, мне кажется, ребят. Это все нужно подбирать, все нужно подбирать. Будем как и улучшать зомби. А, я должен удержать, пока месть он там что-то не откроет, получается. Блин, а чем ты все это время занимался? Ты просто здесь сидел, падла. Кстати, ребят, чем мы... Вот, попадание в голову приносит нам больше опыта. Ох, зараза. Вот это... А, короче, ребят, это зомби, короче, получается камикадзе какой-то. Ух ты, блин, как они близко ко мне подошли. Опасненько было, конечно. Давай, 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 чувак. Справляйся со своей задачей. Уэйн Дейл. Хреновый из тебя инженер, или кем бы ты там ни был. Так, все, задание выполнено. Конечно, рукой махает. Пока мне, чтобы чинить это все делать раньше, капец, надо было мне прийти. Ну, конечно, это все для сюжета и тому подобное. Окей. Итак, ребят, в этом раунде я выступаю за снайпера. Мы не должны подпустить зомбаков. Кстати, смотрите, на патроне такой смайлик офигенный нарисованный. Так, давайте, наверное, в бочку выстрелю. Нет, не особо оно и помогло. Так, куда ты бежишь? Стоять на месте. Так, а если сразу несколько целей постараться поразить? Есть. Знаете, мне это напоминает снайпера. Если кто играл, то меня поймет. Давай. Так, как раз что-то из него еще и выпало. Окей, в конечность отобьем. Так, идите сюда. Давайте, идите, мои родные. Есть контакт. Да я прирожденный снайпер, мать ваша. Блять, опять эта трянь ползет. Ууу, как это было красиво. Все, выполнили. Значит, ребят, я приобрел себе новое оружие, и сейчас я хочу проверить его в действии. Так, оно действует... Ну, да, у него не сильно дальнее расстояние. Оно чуть больше, чем дробовик, но меньше, чем М16. Так, ну, в действии пока месть вроде... Слушайте, да неплохо, хочу вам сказать. Возможно, даже лучше, чем тот же самый М16. Но в любом случае... Блин. И прыгает меньше, чем тот же самый М16. Отдача слабее идет. Это не может не радовать, естественно. Блин, да сколько их здесь, слушайте. Пошел нахрен, чувак. Надо целиться, стараться именно в голову им. Так, что-то я нажал. Давай, чувак, пошел отсюда. Есть. Так, подберем вот это. Очередной чертеж, благодаря которому мы можем создавать новое оружие. Так, сзади меня кто-то догоняет. Пошел. Где, 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 где? Понял, есть контакт. Блин, да откуда вы все лезете? Так, перезаряжаемся. А, все, прицел тут тоже имеется. Кстати, под прицелом вообще офигенно стреляет. Патронов маловато. Вот это минус. Так, где ты, где ты, где ты? Ох, ох. Отлично, есть, есть. Подберем. А, вот они где еще лезут. Получается, мне здесь, скорее всего, так понимаю, мне надо просто мне надо убить определенное количество зомбаков. Я понял. И еще 7 надо. Ой-ой-ой. Есть, без башки. Окей.
Так, но адреналин мне пока мест не нужен, поэтому я его пользоваться не буду. Я и так остался без ракетниц и без жизней. И в дальнейшем, скорее всего, это может сыграть со мной злую шутку, потому что это все стоит нереально дохренища голды. Итак, ребят, сейчас сыграю еще разок, еще один уровень пройдем. Надеюсь, что пройдем, не помрем. И если вдруг вам понравится, что я снимаю по этой игре, то, пожалуйста, поддержите это видео лайком. 10 лайков, и я буду снимать продолжение. Так, значит, нам надо попасть сюда. Так, у нас кто-то в лифту застрял, или нам надо просто к ним добраться? Ага, просто добраться надо. Ребят, я выбрал легкое оружие. Мне предлагало подобрать более подходящее, такое как М16. Ух, зараза. Ладно, давайте побегаем немного. Так, мне надо, получается, наверх. Мне кажется, мне будет проще сделать так. Собрать их немножко в кучку, а потом рвануть. Например, как здесь сделать. Ух, блин, меня сзади рубят. До хрена их здесь, ребят, до хрена. Блин, кто-то здоровый попался. Да, вон он, все, вижу. Мне надо его обходить 30-й дорогой. Блин, я не смогу этого сделать. Мне надо по нем именно стрелять. Стреляй, стреляй, стреляй в него. Блин, зараза. Вали его. Нельзя, нельзя, нельзя мне с ним взорваться. Так, убил, да? Все, окей, жизнь есть, до хрена всего собрал, есть. Так, 25 метров мне нужно пройти. Наверное, лучше сразу стараться убивать их, потому что дохренища этих зомбаков собирается. Потом, конечно, ай-яй-яйки происходят. Че тебе надо? Жизнь, жизнь мне надо. Ох, сбоку кто-то подлазит. Зараза, еще какую-то хрень в руки взял. Твоего вируса мало, что ли? Давай, давай, давай. Так. Но все равно здесь отдача не такая, как на М-ке. Поэтому, ребят, я этим оружием как-то немножко больше доволен. Давай, иди сюда, иди сюда. Вообще, желательно убивать всех, кого увидите, чтобы постараться забрать по максимуму. Чертежи, все, что вам нужно для создания нового оружия. Так, мамашка, папашка, костляшка, давайте, давайте. Окей, без башки ставили. Так, давай, иди сюда. Ты что, один на меня пошел? Дурак, что ли? Вообще зомби все мозги выело. Все, ребят, прошел. Значит, ребят, если вам понравилось это видео, 10 лайков, и я сниму продолжение. Но вы были на канале Экспировид, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВК, ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, будет больше, будет лучше. Пока.